Всем добрый вечер. Иду с работы, хочу показать вам грибы. Посмотрите, сколько в палисаднике грибов. Я не уверена, что это хорошие грибы, но это грибы. У нас все ездят за грибами. Полные корзинки грибов. Иду, любуюсь своими ноготочками. На улице они вообще сверкают, переливаются. Это хлопья юки. Такие классные. Зайду сейчас в красное и белое. На ужин что-то не хочется ничего там. Плов у меня остался. Сардельки сейчас куплю. Макароны отварю. Салатик сделаем. Что, такая игра, что ли? По щекам лупит. Ну, как я поняла, они на деньги играют. Представляете? Бьют друг друга на деньги. Так, давайте посмотрим, как тут площадка продвигается. Что-то больше пока ничего не делают. Вот так отсыпали землю. А, это которая у мусорки была, да. Ее тут сгрузили, а теперь ее отсыпали. Да, вот дорожки приготовили, ступеньки. Понятно, пока так. Но если это оставят так, то... Нет, мне кажется, не должны так оставить. Это же спортивная площадка. Как это, если мячик... То мячик куда будет падать-то? На... Ой, на дорогу. И если первый ливень, вот это все, он, конечно, смоет. Это все, землю. Это что-то как-то надо все равно укреплять. Сейчас была представитель, наш представитель парикмахеров. Короче, она принесла новый бренд IP. Он говорит, вы ничего не брали? Я говорю, ничего не брала. А у вас, говорит, карта проходила, что вы что-то покупали, краску. Ну, я отдавала карточку, да, больше давать не буду. Это наказуемо. Это наказуемо. Что карта дается для мастера. Так, тихо-тихо на улице, как будто дождь будет. Но пока ничего. Ну, затянуло как-то. Может, и будет дождик. Ой. Несу молоко, сосиски. И Аленкина здесь. То, что она Олесю красила и плойкой работала, косметика ее, куда они там дальше, не знаю, поехала помогать им на фотосессии, но фотосессия уже давно закончилась. Потом они поехали в Додо пиццу. Вот, и я ей говорю, а где Баксик? Я не гуляла с ним, время 5 часов, а Басенька в 6 утра гулял. Вот ползу, сейчас с ним выйду. 3 собаки бездомные шли прямо по пешеходному переходу. Вон они. Так, я их боюсь, пойду там дальше. Пишут 25 градусов. Я сейчас посмотрела. Вот, а я иду в рубашке. Но это я утром ушла так. Время 5 вечера. А, 25 градусов, дохать еще невозможно. Ой, невероятный гель. Эти хлопья юки просто так блестят. Это я в подъезде. На улице просто вообще ослепительно блестят. Сейчас Басенька меня будет встречать. Басюлька мой. Скорей меня встречай, скорей, эти маленький спал, и спал мой сладкий, хвостик сейчас оторвется, а? И следки гулять следки, да, гулять, вот так лапки когда делают, Басенька, гулять, ав, молодец, готов?
Ты готов? Вы готовы пойти со мной? Да. Спасибо. Сейчас дверь закроем. Вы готовы пойти? И пищи стоит. Басюня? Басюня, мой сладенький. Чему Алена с тобой не гуляла? А? Где Алена? Где Алена? Ох, она Алена. Иди, малыш мой. Иди, мой малыш. Иди, мой... Бася, не надо кричать. Бася. Ай-яй-яй. Кого он там? Бася, пошли. А, у меня знакомая, приятельница моя, Олеся, уехали с мужем в Питер на автобусе. Вчера вечером, сегодня они еще едут, и только завтра утром идем, Бакс, и только завтра утром они приедут. Я говорю, да ты что, зачем ты взяла автомобильный тур такой, ну, автобусный? Я говорю, сказала бы мне, да вот, что-то мы там это нам предложили, где-то они в Энермак, что ли, пошли в турагентство. Я говорю, у меня есть турагент Сергей, ну ты что, я не знаю. Пойдем, не приставай. У меня, говорит, тоже есть Сергей, там, турагент. И он никогда бы не предложил такую путевку на автобусе. Тем более, вот у него Сергей спина больная. Не знаю, как так она выбрала. Бася, идем. Бася, дружок Барни, дружок Барни. А нам сказали, что он потерялся. Барни, Барни, Барни. Да, дружок, пирожок. Тебя Баська шибет одной левой. Так, пойдемте сюда. Машина, Барни. Вот так вот. Вот тебе и Барни. Барни-то на месте. С кем он гуляет? Барнюш, ты с кем? Один пасиков, второй пасиков. Барнюш, ты с кем гуляешь? А, Барни? Теперь опять Барни. Че, все по кругу? Барни, пойдем. Пойдем, пойдем. Все нормально. Барни. Так, Бася, пойдем. Барни, красавчик, Барни. А ну, сейчас поговорила с девочкой, с хозяйкой Барни. Говорит, нет, он у нас не терялся. Это другой Барни терялся. Ну все. Друг на месте. А мы думали, Барни потерялся. Он такой мини... Как эта порода называется? Я забыла. Мини. Мини, короче. Если наш Макси, то этот мини. Пойдем, Басюня. Пойдем, Барни. Где Барни? Пойдем с Барни играть. Пойдем. Скорее, скорее, скорее. Барни. Басюнь. Эх, он не нагулялся. А я есть хочу. Он не нагулялся. Прибежал. Он не любит. Он не любит вот эти вещи. Так, девчонки, делаю шарлотку. Смазала маслом в форму. Так, приготовила это я муку. Пересыплю и буду потом... В общем, муки у меня 180 грамм. Половина вот разрыхлителя пакетика. И 150 сахара. 4 яйца. Все. Ничего здесь больше не надо. И начинаем взбивать. Сейчас, правда, яблоки порежу сначала, а потом начну взбивать. Произвольно так вот нарезала яблоки. Очень вкусные яблоки. Сладкие, девчонки. Чижики на коммунистическую. Прям жалко даже на шарлотку. Все, начинаю взбивать. Сахар сейчас добавляю. Потом муку. Постепенно масло увеличивается. Раньше пекла я с содой. А теперь делаю флюгерфритер. Мне больше нравится. Сейчас еще немножко подбиваю. Уже почти белое масло яичное с сахаром. Сейчас буду добавлять муку. Муку я уже не взбиваю. Я приготовила лопатку. Сейчас через сито
буду добавлять муку. Мне кажется, достаточно. Через сито. И вот такими движениями, аккуратными, чтобы у нас не сдулась масса таичная с сахаром. В общем, тихонечко вмешиваем муку. И на 180 градусов выливаю сейчас на яблоки. 180 градусов 40 минут. 35-40 буду смотреть, шпажкой буду проверять. Само у меня включилось. Так, вот такую форму я, потому что она, видите, мягкая, силиконовая дополнительно. Так, 180 градусов. Угу. Еще разогрелась. Все, ждем шарлотку. Бась, ждем. Так, ну-ка, ждем с ним шарлотку. Взяла сырок. Спрыгивай. Иди сюда ко мне. Нет, я сказала, спрыгивай сюда. Да посмотри, что он делает-то. Сюда. Нет, ты не тут будешь кувыркаться. Нет, ты не тут будешь кувыркаться. Ты будешь на полу. Так, Бась. Сидеть, сидеть. Лапу давай. Молодец. Другую лапку. Нет. Перешло. Пришлось другую руку приложить. Так, другую лапу. 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 Носик. Кувырок. Кувырок. Господи. Он сейчас сожрет. Хотя он не голодный. У него сухой корм есть. Давай еще кувыркаться. Давай будем кувыркаться. Давай лежать. Лежать. Бегом кувыркнулся. Все. Все сказала. Давай мячик. Мячик давай. Игрушки. У него игрушки лежат. Давай мячик. Мячик давай. Ой, ну, Васенька. Так, прошло 40 минут. Девочки, 40 минут прошло. Так, ну что, давайте его это тыкать будем. У меня вот такая вот шпажка для шашлычков. Она длинная. Не, он еще не готов. Еще минут 10. Ладно. Сыровато еще. Вот видите? Сыровато. Ладно, ладно, ладно. Шарлотка готова. Он, я ее два раза протыкала. Высокая, хорошая. Но я убегаю, девчонки. Как раз она остынет. Убегаю. Аленке делать ногти. Покажу ногти до и после. 11 час. Мы с Аленкой только пришли. Ой, она ходила на кератин. И пришла во сколько? Она уже 8:30. За 1,5 часа мы ногти сделали. Так, сейчас будем шарлотку переворачивать, девочки. Сейчас покажу. Хорошо снялась. Высокая. Ну, в общем, давайте пробовать в 10 часов ночи. Высокая. Так, сегодня я сахаром не посыпала яблоки. Без сахарной корочки. Ну, такая воздушная. Я ее режу, она прям пш-пш-пш. Так, я думаю, что я такой кусок съем. Ну-ка. Смотрите, какая высокая. Высокая. Бася просит. Заходи, заходи. Заходи. Сидишь. Ноешь. Нытик. Ты тоже пришел шалопку есть? О, девчонки. Какая она хорошая. Вообще, пропеклась, все хорошо. Так, еще осталось Аленке на ногти показать, какие.
Давай, показывай ногти. Ногти покажи. Аккуратно, не стукнись. Покажи ногти. Вот, молочку сделали. Все. Ноготочки. Всем пока.